Мы потеряли Табрук. Но моя работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном, безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку с неизвестным заданием. Их агент в окружении Валена молчит, и они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения – оазис Габерун, транспортный узел оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник – темнота. В этом районе несколько офицеров, отсюда я и начну поиски. Вокруг озера несколько холмов, как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь, он оставил след. И я его найду. Отлично подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. В этом месте лучше достать бинокль. Нужно поставить ловушку, чтобы прикрыть спину.
Ассом тоже. Нужно убрать оператора прожектора.
спрятать трупы. Nanu? Уничтожив эти грузовики, я перережу линию оттенки.
офицеры внимательнее простых солдат. Лучше спрятать трупы. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Habt ihr das? Я смогу замаскировать выстрелы, если испорчу генератор.
Kino ne mi guardi stato! Mettetevi al riparo! Attenzione! Proverò! Mi sto muovendo! Hello?
Che diavolo! Versuchen. Ich komme über die Dinkelflanke. Weit in der Kopf. Генерал скоро будет здесь. Нужно подготовиться к прибытию.
Я пробрался через обломки, чтобы обыскать труп. И что в награду? Лишь два слова. Проект «Эпидемия».